Подведены итоги областного конкурса «Будущее Смоленщины», который проводился при поддержке администрации региона. Главная цель мероприятия – выявление и поощрение талантливой молодежи, вовлечение ее в социально значимую деятельность, а также стимулирование работы детских и юношеских общественных организаций и содействие их развитию. За успехи в области журналистики Анастасия Каретникова, ученица средней школы номер 2 города Десногорска, в феврале 2018 года получит награду. На торжественной церемонии награждения победителям будут вручены премии администрации Смоленской области.